часть про Слендера. Пошли! Где? Ой, я стала бегать. О, господи. В смысле? Где она? Здесь я была. О, Рейбл Дэш. Прикол. Ой. Вот она, вот она. Ага. 100 рублей. Еще не 100 рублей. Вот это да, вот это прокол. Что там? Вот это да. Настя, Настя. Мы деньги нашли, мы 100 рублей нашли. Фу. Не бойся. 100 рублей нашли. Это Соня! Что бада попалась в моё? Yes. Это yes. Наше желание. Под вашим балконом. Так он. Да. Вот такие 100 рублей. Настоящих. Видите, нигде не бракованные. Угу. А Витя говорить не умеет. Букву Р не выговаривает. Ты придура. Да, Витя, да, ты что делаешь? А ты что его пинаешь? Живой. А что он меня пинает? Ладно, все, все, все. Пожоги, а не живот. Ты тоже силу подразвитываешь. Сейчас мы записки прочитаем и что-нибудь купим. Мы просто сильно жрать хочем. По игре, а не по жизни. У меня уже вот такой петушок, я скоро сдохну от этого. Да не издеваешься! Я сейчас сдохну. Да, подыхай. Паркур! Вот это паркур. Чёрт, я первая! Ладно, ладно. Ладно. Все. Скачала уже. Угу. Сейчас прочитаем, сейчас что-нибудь купим. Давайте почитаем сразу. Не. Давайте почитаем. Это вот такая записка написана. Давайте почитаем. Подожди. Тут еще что-то. О, сегодня было... Совершено убийство. Нет, тут не написано. Ладно, держи. Давай вторую записку. Это вот такая записка, что это такое? Сегодня. Тихо. Я тебя вижу. Муж вижу. Я слежу. Что это? Слендермен? Что ты здесь еще? На. Иди. Иди в подъезд. А, иди в подъезд? Иди в подъезд. Первая из 901. Я... Идите в подъезд. Пойдете в подъезд лучше. Пойдемте в подъезд, что-то там такое. Подождите, пойдем. Да подождите! Даш, ты сразу обижайся. Серый! Сейчас, Сережа. Вообще все, давайте пошлите. Иди. Вот такие пепси мы купили. У меня самое обычное, а у них нет. У них какие-то картинки были. Да все. У меня такого нету рисунки такого. Только вот такой рисунок пепси. И я решила, а чтобы не пойти в подъезд, это обычно. И идти в подъезд. Там, наверное, кто так пишет? Вот только в заброшенных подъездах. И дома. Ну, друг здесь. Я не знаю. А он заброшенных. Ой, а ты думаешь? Вот в заброшенных. Я шла домой. Тихо. Я шла домой зимой, получается, и там был заброшенный дом. Именно зимой. Да. А я думаю, что здесь. Ну, а вдруг не заброшенных, потому что... Смотрите, написано кто-то. Смотрите, только что появилось. Это ты? Нет. Да. Нет. Я видела. Нет. Витя. Побежали. Ну,
Ладно, мы пошли, короче, к маме.